Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Городские власти приватизируют компанию «Куприт». В ближайшее время состоится аукцион, где будут проданы почти 65% акций компании. За них город планирует получить минимум 39 миллионов рублей. Продажу части доли города в предприятии Гордума одобрила летом, как и еще ряда мубов, например, центрального рынка. Его предварительно оценили в 220 миллионов рублей. 100% акций магазина «Детский мир» оценили в 40 миллионов, гостиницы «Губернской» в 30. Пакет акций «Куприта» тогда оценивался в 45 миллионов рублей, то есть дороже, чем сейчас. Программа «Экономика». Крин переезжает из центра города. Вместо территории на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзный завод будет располагаться в промышленном районе на улице Народной. Предприятие арендовало помещение на Карла Маркса до октября. Новое помещение оно приобрело в собственность. Их площадь порядка 5000 квадратных метров. Переезд в район промпарка Игроград поможет сохранить персонал завода, порядка 250 человек. Крин признан банкротом в 2011 году. Административные здания и производственные корпуса перешли в собственность нескольких организаций, одной из которых является фирма «Маяковская». Она на старых площадях завода планирует строить жилые дома. Экономика на 101 FM. Чаще всего от кировской прописки отказываются торговые организации. Об этом заявляют в налоговой службе. Там отмечают заметное снижение числа юрлиц, сменивших кировскую регистрацию на регистрацию в другом регионе. Так, если в 2015 году область покинула 770 организаций, в 2016 – 340, то за 9 месяцев этого года только 90. Почти половина среди них – торговые организации. На втором месте – строительные, их 20%. На третьей позиции – предприятия производства. В производственной сфере 10%. В налоговой отмечают, что такие компании продолжают платить налоги по месту расположения мощностей. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 59.25, евро стоит 68.70. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.